Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – географическая оболочка. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое географическая оболочка, из чего она состоит, как она образовалась и какие проблемы присущи географической оболочке. До появления жизни на Земле единую оболочку составляли три оболочки Земли. Это литосфера, атмосфера и гидросфера. Условия в оболочке оказались настолько благоприятными для жизни, что появилась еще одна оболочка, которая называется биосфера. Появившись во внешней оболочке Земли, организмы начали развиваться, распространяться, оказывать влияние на остальные оболочки и связывать их между собой. В слое тесного соприкосновения между оболочками появилась оболочка, которую называют географическая. Она стала значительно изменяться под влиянием живых организмов, а последнее время в результате деятельности людей. В истории развития географической оболочки выделяют три этапа. Первый этап – это добиогенный. В этот этап существовали только простейшие организмы. В атмосфере содержалось очень мало кислорода и много углекислого газа. Второй этап – биогенный. Он характеризуется ведущей ролью живых организмов в развитии географической оболочки. И третий этап – современный. Он начался 40 тысяч лет назад, когда появился человек, и продолжается в наши дни. Он характеризуется активным влиянием человека на развитие географической оболочки. Итак, географическая оболочка – это внешняя оболочка Земли, в пределах которой нижние слои атмосферы, верхние слои литосферы, вся гидросфера и биосфера проникают друг в друга и тесно взаимодействуют между собой. Границы географической оболочки разные ученые определяют по-разному. За верхнюю границу принимают обычно озоновый слой. Нижняя граница, расположенная в литосфере, условно. Она расположена на глубине нескольких километров, там, где встречаются живые организмы. Нижняя граница в океане проходит по океаническому дну. Таким образом, средняя толщина географической оболочки около 55 километров. По сравнению с размерами Земли, географическая оболочка представляет собой тонкую пленочку. Географическая оболочка обладает некоторыми свойствами, которых нет у других оболочек, из которых она состоит. Откуда же берутся эти новые свойства? Они появляются вследствие тесного взаимодействия между отдельными оболочками. Свойства географической оболочки. Географическая оболочка не имеет четких резких границ. Она очень тонкая. Ее толщина около 50-55 километров. Она вся пронизана жизнью. Именно в географической оболочке образовалось человеческое общество. Географическая оболочка обладает целостностью. Она нигде не прерывается. Только в географической оболочке вещества находятся в твердом, жидком и газообразном состоянии. И все процессы в географической оболочке происходят под воздействием солнечной энергии и внутренней энергии Земли. Географическая оболочка состоит из природных компонентов. Природные компоненты взаимодействия друг с другом образуют природные комплексы. Что же такое природный комплекс? Природный комплекс – это участок земной поверхности, который отличается особенностями природных компонентов, находящихся в сложном взаимодействии. Каждый природный комплекс отличается от других теми или иными особенностями компонентов его составляющих. Это горные породы, воды, почвы, растительность, животный мир и так далее. Компоненты природы прошли длительный путь развития, поэтому их сочетания закономерны. Между компонентами существует множество связей, взаимодействий, что объединяет их в единую систему. Поэтому любое или менее существенное влияние на какой-либо компонент может привести к изменению всего природного комплекса. Причины образования природных комплексов различны. Устроены природные комплексы таким образом, что в крупном природном комплексе можно обнаружить природные комплексы меньшего размера. Климатические пояса Земли, образование которых обусловлено неравномерным распределением солнечного тепла и света на земной поверхности.
Чередование природных зон на равнинах тесно связано со сменой климата от экватора к полюсам, то есть с географической широтой. Смену природных зон от экватора к полюсам называют широтной поясностью. Особенностью географической оболочки является то, что это среда обитания человека, связанная в сотворчестве с природой руками людей. Если для других обитателей географическая оболочка – это среда обитания, то для человека она еще является источником необходимых ему ресурсов. В последнее время человек все сильнее и активнее вмешивается в природный комплекс, а любое вмешательство приводит к изменению природных комплексов. Природные комплексы, образованные в результате хозяйственной деятельности человека, называются антропогенными природными комплексами. Предвидеть все возможности изменения трудно, но необходимо. Вмешательство в один из компонентов природы может поставить под угрозу существование всего природного комплекса. Тщательно изучать, выяснять взаимосвязи в природном комплексе важно не только для того, чтобы не навредить природе, но и для того, чтобы улучшить ее. Теперь повторим главное. Географическая оболочка – это внешняя оболочка Земли, в пределах которой нижние слои атмосферы, верхние слои литосферы, вся гидросфера и биосфера проникают друг в друга и тесно взаимодействуют между собой. В истории развития географической оболочки выделяют три этапа. Природный комплекс – это участок земной поверхности, который отличается особенностями природных компонентов, находящихся в сложном взаимодействии. Природные комплексы, образованные в результате хозяйственной деятельности человека, называются антропогенными природными комплексами. А теперь проверим наши знания. Что делает нашу планету неповторимой? А. Горные породы. Б. Воздух. В. Жизнь. Г. Вода. Благодаря чему географическая оболочка является целостным природным образованием. А. Живым организмом. Б. Почвообразованию. В. Круговороту веществ и энергии. Г. Наличию кислорода в атмосфере. Третий вопрос. Самый крупный природный комплекс Земли. А. Океаны. Б. Моря. В. Материки. Г. Географическая оболочка. Четвертый вопрос. Укажите природный комплекс. А. Рельеф. Б. Растительность. В. Животные. Г. Море. Как называются природные комплексы, созданные человеком? А. Лесные. Б. Пустынные. В. Антропогенные. Г. Таежные. Следующий вопрос. Дополните. Формирование. Большую роль сыграли живые организмы. И последнее задание. Приведите по 5 примеров влияния деятельности человека на географическую оболочку. Например,
распашка земель, выращивание культурных растений. Свои ответы, ребята, вы можете отправить вашему учителю. На этом наш урок окончен. Спасибо. До следующей встречи.